В Сочи в рамках 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта. В мероприятии приняли участие представители из 15 иностранных стран, таких как Сирия, Таджикистан, Бахрейн, Филиппины и другие. Организаторами выступили Олимпийский комитет России и Международный комитет игр «Дети Азии». Саммит уникален тем, что он является пока единственной специализированной площадкой для молодых профессионалов в сфере спорта. Спикеры и собравшиеся обсудили программы по спортивному менеджменту, подготовки кадров в спортивной сфере и стратегию развития массового спорта. Позвольте мне. Ну, «Дети Азии» – это хорошая площадка, где можно себя применить. Можно начать с волонтерства, дальше идти уже, так сказать, по ступенькам и готовить себя к будущей профессии. Такой саммит мы будем проводить ежегодно. Следующий он пройдет на Сахалине в преддверии первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Это площадка для обсуждения вопросов развития лидерства в спорте, подготовки детских тренеров, развития волонтерских команд и объединения вокруг развития детского спорта.